Сайт-Сити. Я снова с вами. Мой гость сегодня — лейтенант Сара Краковски, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Зиги. Спасибо, что позвал. Надеюсь, ты нормально добралась до студии. Ничего не случилось? Никто не напал по дороге? Нет, нет. К счастью, на улицах Найт-Сити сейчас безопаснее, чем раньше. Мы отмечаем снижение числа убийств с 7103 случаев в год до... Так, так, минутку. На улицах, ты говоришь, безопасно. А что с автострадами? Не поняла. Ты же слышала о перестрелке на съезде с трассы 1? Прошло полчаса, прежде чем патруль прибыл на место. Я слышал, в тот день было больше 700 выстрелов. Что случилось? Где сейчас находятся виновные? Подожди, Зиги. Полиция Найт-Сити отвечает за порядок и безопасность граждан на территории города. Сара, не стоит. Всю эту ерунду мы видели в ваших пресс-релизах. Просто ответь зрителям. Когда уже они будут в безопасности? Когда им не нужно будет брать с собой оружие, даже при походе в магазин, и бояться за детей, отпуская их в парк? Полиция прилагает все усилия, чтобы... Ха, смотри, как изворачивается. Есть для тебя заказ. Корпораты зовут такое ликвидацией человеческих ресурсов. То есть, кое-кому надо уйти. Оплата привлекательная, но это и понятно. Твоя цель из животных. Почитай письмо с подробностями. Передали, что Логан Гарсия уже прибыл к небесным вратам. Клиент доволен. И я тоже. Заказ закрываю. Деньги должны будут скоро тебе прийти.
Пам-пам-пи-дам. Ви, у меня к тебе довольно необычное дело. Нужно доставить тело Тревора Брасса по указанному адресу. Парень поймал пулю, когда отстреливался от духов. Родители Тревора хотят похоронить сына по-человечески. Буду благодарна, если ты им поможешь. Всю нужную информацию я отправила. Thank you.
Так, ну и что тут у нас? Ладно, грузи в багажник. Пора домой, Тревор. Теперь родители Тревора смогут его наконец похоронить по-человечески. Причина выстрела? Спасибо неизвестно. Тебе большое, Ви. Заказ выполнен. Ви, есть такой техник, Большой Пит. Он недавно появился в пустошах, и ему лучше исчезнуть обратно. Улавливаешь мысль? Сейчас отправлю досье на этого городского урода. Ты чё, тупая?
выпущу! Ну все, пиздец тебе! Я с тобой лично разберусь. Эй, не стреляй только! Ты что, с остальными ребятами? Ну, вот и поговорили. А что с остальными ребятами? Они тебе не помогут. Я что, сдохну из-за долбанной глушилки, которая еще не работает нихера? Нет, извини, так не пойдет. Стой, не делай этого! Я тебе заплачу и свалю из Найт-Сити, а ты скажи, что дело сделано. Два раза денег срубишь. Я знаю, о чем вы с братом говорили. Нет у тебя никаких денег. Это мы когда еще говорили? А теперь у меня денег вагон. Отпусти, все покажу. Не надо мне денег, просто уходи. Спасибо! Честно говоря, Ви, не ожидала, что твой подход будет таким гибким. Что ж, будем считать работу сделанной. Заказ я закрываю.
Тебе нужно позаботиться о природном равновесии. Один из Валентино убил Гуму. Боюсь, восстанови справедливость. Если узнаешь, кто прикрывает этого человека, я доплачу. Посмотри письмо. Вылезай, у меня есть для тебя кое-что круг. Пошли, проверим. Я тебя, сука, по запаху найду. А это что? Угадай-ка, что тут друг с другом не сочетается. Сдаюсь. Подсказка номер раз – Милитех. Подсказка номер два – Валентина. Подумал. То ли они затеяли бал-маскарад, то ли это будет вечеринка совсем в другом стиле. Так или иначе, я заинтригован.
Угадай-ка, что тут друг с другом не сочетается. Сдаюсь. Подсказка номер раз. Милитех. Подсказка номер два. Валентина. Обнаружен новый магазин. Сообщение пользователю. Спасибо, чувак. Любопытный факт. Согласно традиционным христианским воззрениям, вы сгорите в аду. Это Ви. Я разобралась с Хосе. Превосходно. Блестящая работа. Выяснила, кто вытащил его после убийства копа? Арасака. Арасака. Ты хочешь сказать, в убийстве простого легавого замешана мегакорпорация? Смерть Джеффри была случайностью. Хосе прикрывали по другому поводу. Рассказывай. Вместе со своими людьми он должен был организовать налет на офис Арасаки, взяв с собой оружие Милитеха. Арасака заказывает нападение на себя же? Охренеть. Тебе надо скорее убираться оттуда. Лучше попытаюсь накопать информацию. Раз уж я здесь. Да не найдешь ты там ничего нового. Все уже забрали наверняка. Ты знаешь больше, чем говоришь. Выкладывай. Это только мои предположения, но... Ну, говори. С большой вероятностью Арасака хочет серьезного конфликта с Милитехом. Может, даже полномасштабной войны. И что? Хосе должен был дать им повод? Звучит не очень-то убедительно. Не один только Хосе. Были и другие инциденты. По той же схеме. Все куда сложнее, Ви. А Милитех? Они ведь наверняка что-то подозревают. Наверняка. Но Милитех не хочет войны. Они будут тянуть время, чтобы подготовиться.
Кое-где такие сведения стоят кучу, Эдди. Нет, Ви, тут я умываю руки. Это не мое поле и не моя игра. Увидимся. Да, до встречи.
The NCPD Ты растворяешься. Ничто не связывает тебя с миром. Ты теряешь связь с собой. Тебе нужно очиститься, восстановить равновесие. Я помогу тебе. Садись.
Ладно, я слушаю. В городе ты теряешь связь с природой. Металл, бетонные ущелья, неоновый свет, грязь и тяжесть города душат тебя. Ну да, с Дзеном тут не очень. Иногда нужно замереть, чтобы восстановить связь с самим собой. Все, что тебе нужно, уже у тебя в душе. Нужно лишь знать, где искать. Ты готова? Почему бы не попробовать? Я дам тебе брейн-данс с медитацией для освобождения сознания. Просто так? Заплати столько, сколько посчитаешь нужным. Думаю, этого хватит. Хорошо. Основы медитации лучше осваивать под руководством наставника. Приступим. Я буду твоим проводником. Эта медитация посвящена стихии Земли. Дух природы, мать Земля, приветствую тебя. Мы с тобой одной крови, мы с тобой едины. О, мать Земля, ты создала меня и других живых существ. Очисти тело мое и дух мой от боли и болезней, от скверны и дурных энергий, принесенных токсичными людьми, мирами и измерениями. Даруй мне волю к жизни, даруй мне здоровье, юность, мудрость, знание, счастье, восторг, силу и внутренний покой. Мы идем по земле, по зеленому лугу среди цветущей природы. Мы снимаем обувь и ступаем босыми ногами по земле. Мы принимаем ее энергию. В нашем сердце радость и покой, легкость и чистота, лишь светлые помыслы. Мы идем по земле. Бабочка садится на прекрасный цветок. Пчелы собирают нектар. Мы вбираем в себя тепло и негу. Ноги впитывают энергию земли, которая наполняет каждую клеточку нашего тела. Наш дух очищен. Благодарим тебя, мать Земля, разумом, телом и душой. Без тебя нет жизни, нет других стихий. А ты где? Да уж, классный трюк.
In this spot, in 2023, an explosion from a terrorist attack on the first Arasaka Tower claimed the lives of 12,000 people. Звал на помощь. Говорил, на него напал Акки. Если что, когти называют так тех, кто охотится на своих. Конкретно этот парень убивает тихо, но зрелищно. Я думаю, что у этого Акки приступ киберпсихоза, но у меня нет доказательств. Если получится, возьми его живым. И не забывай об осторожности. Что за херня? Thank you.
А мы должны ему помочь. По своему опыту скажу, в клубном бизнесе без грязи не обходится. Все детали переслал.